Ребята, следующий ствол, это тоже пензенский, но с полными нарезами. Начнем с нижней скорости, как и заканчивали в тот раз. Найс. Давайте прибавлять. Давайте еще скорость попробуем поднять. Напоминаю, это стволик пензенский с цельными нарезами по всей длине. Твист, если я не ошибаюсь, 500-550. Я еще посмотрю в переписке. Длина 700 мм. Очень понравилось, как отработал. Давайте еще разок попробуем. Д-94, все, закончили. Отлично, Николай. Мне понравилось. Цена-качество просто супер. Здорово, что смог подобрать скорость. Итого скорость получается 297-307. Вот в этом коридоре здорово стреляет. Я не утверждаю, что это единственный кучный коридор скорости для этой винтовки, но вот конкретно в моей комплектации, с моими вибрациями, с тем, что есть, стволик стреляет так. Если его замотать в карбон, я уверен, результат можно будет существенно улучшить. Я над этим подумаю. Этот ствол мне действительно нравится. Давайте мы с вами, как сейчас принято, монеткой позакрываем, да? Значит, первая куча. Вот 10 рублей. Ну, как бы закрывает вполне всю эту тему. Вторая куча. Первый выстрел ушел влево. Это у нас было перед плато. Последний выстрел после плато. Основная группа 10-рублевой закрывается. Я, естественно, все это сфотографирую и обмерю позже. Стрелял я сегодня много, искал всякое разное. Но сейчас уже времени нет, надо собираться мне.